Старший следователь, очаровательная блондинка, победитель конкурса талантов, музыкант. И все это об одном человеке. О том, как следователь из советского района защищала честь республики на всероссийском конкурсе талантов и легко ли быть блондинкой в законе, смотрите в нашем следующем материале. Эта миниатюрная блондинка в форме в свои 24 года уже раскрыла 33 уголовных дела. Это убийство, преступление против личности, мошенничество в крупных размерах. Следственный комитет, где работает Юлия Сидоркина, расследует тяжкие и особо тяжкие преступления. Поэтому и на плечах у следователей особая ответственность. Работа следователя – самая непростая работа по сравнению с деятельностями других юристов, профессионалов, как с эмоциональной точки зрения, так и с физической. Сложностей в работе много. Основные из них – это практически полное отсутствие свободного времени, нехватка времени для общения со своей семьей, родственниками. Постоянно приходится учиться чему-то новому, но это очень интересно, и ты можешь развиваться как профессионал-юрист. Столь неженская профессия заинтересовала Юлю еще в детстве. Правда, в вуз при МВД поступить не удалось. Девушку с миниатюрной фигурой не взяли из-за невысокого роста. Зато теперь, после окончания юрфака в гражданском вузе, Юля – строгий следователь. Для преступников никаких поблажек. Строгий взгляд и аккуратность в делах вовсе не значит, что про творчество и креативность стоит забыть. Ведь именно нестандартный подход зачастую помогает следователю распутать сложное дело. Кроме юридического, у Юлии за плечами еще и музыкальное образование. В октябре прошлого года сотрудники Следственного комитета в Приволжском федеральном округе впервые показали свои творческие способности. На отборочном этапе, который проходил в Нижнем Новгороде, Юлия заняла первое место в своей номинации и отправилась защищать честь республики в Москву. На всероссийском конкурсе – серебро. Конечно, теперь у Юлии практически нет свободной минутки. Брать в руки смычок и скрипку удается нечасто. Зато музыкальная терапия отлично помогает отвлечься и отогнать ненужные мысли. Ведь недаром даже Шерлок Холмс предавался дедукции в компании своей любимой скрипки. Скрипка все равно остается моим хобби. Я ее не бросаю, я ее очень люблю.